Это корабль многофункционального назначения. У него есть оружие земля-земля, и земля-воздух, и земля по субмаринам, то есть по подводным кораблям. Для субмарин у них есть торпеды. И ракеты, и ракетные комплексы для воздух-воздух целей. Особенно они гордятся своей установкой BrahMos. Ой, я сама узнала только от них, откуда произошло такое название очень интересное. Это два слова, поскольку установка российско-индийская, то Брахмапутра – это река в Индии, и Москва – это река Москва, это река в России, да? И вот этот BrahMos получился вот от названия этих двух рек. Both India and Russia developed BrahMos. Как часто учебные средства? Man asked how often do you have combat shots? Often. Часто. Training shots. Холостыми патронами. We used to have our exercises. Then we used to give fire shots. It does not work. Because every 5 to 6 months. Каждые 5-6 месяцев. Каждые 6 месяцев. Мы не стреляем боевыми. Почему? Часто, он сказал. Нет. Но для них это часто. Как им в Санкт-Петербурге? Already. Do you like Санкт-Петербург? Understand everything. Конечно, понравится. А вы, ну не приходите в Санкт-Петербург? Do you have free time? Как-то не уверен. Нет, понятно, мы хотим ждать. I know that several groups yesterday had Actually, I was roaming around the streets. On your... Нет, на экскурсии он ездил, но им организовали на самом деле. И вчера несколько автобусов уезжали. А вы не подскажете, что обозначает рука со стрелами? What does it mean, the hand with arrows? It's a symbol. Это их символ, потому что их название переводится как колчан. Вот это таркаш, beaver in English and колчан in Russian. И по-русски колчан. It's your suit, yeah? Yeah. Symbol of the ship. Yeah, very nice. Продолжаем. Идем за гидом. Кто здесь сфотографировался? Все, идем дальше. Для офицера контракт может быть до 30 лет. Very interesting question. What about beer? Is officer only
No. Everyone. But you have to apply for request. Then it will be granted. А сколько он субмарин примерно сбил? Boy asked very interesting questions about submarines. Did you have an experience to attack submarines? No, actually we do not attack submarines. It's happy that now. It is our peacetime. We are lucky that we are not at war. It's a war. We used to only track them. Они только отслеживают их, следят за ними. Tell us some words about radar. These radars are actually surveillance for targets and then tracking and then again responding them by missile, firing them and attacking the enemy. Вот для этих целей существует радар. All the missiles and gun mounts used to follow the radars and then they used to fire. Абсолютно автоматическая система, затем стрельбы по нашему радару, да, связанные с полной автоматикой. Просто когда сдавали корабль, электронная система была русская, сейчас русская индийская, она обновляется постоянно. То есть им очень нравится этот корабль. Вообще проект Анита, потому что даже наши вооруженные силы вдруг заново стали строить для себя. Do you have questions? No. Please. Итак, проходим на выход, пожалуйста. Там еще вы увидите торпедный аппарат. Мы пришли туда и на выход. Вот все, вся экскурсия. Эй, за что не говорим? Смотри, под ноги. For underwater targets. This one is missile and there is launcher. The launchers are there. This is only here. But I saw the torpedo tube on the torpedo side. Torpedo tube on the sides. Yes, and this one. Those are underwater for long range, yes. Short range. Yes, okay. Thank you. Гольдена. То есть ты, короче, тоже типа торпед. Ну, видимо, может идти в борт. Yeah.